Как построить магистральный газопровод без ущерба природе, узнали студенты биологического института ТГУ. В рамках Дней экологии специалисты «Газпром», «Трансгаз», «Томск» рассказали о том, как проходит производственно-экологический мониторинг на объектах компании и почему в этом вопросе важна каждая деталь. Тему продолжит Дарья Сосновская. На 2 дня Томский государственный университет стал экологической площадкой для студентов. В днях экологии, которые организовала компания «Газпром Трансгаз Томск» при поддержке фонда имени Вернадского, приняли участие более 200 человек. Одной из наиболее интересных тем обсуждения стал доклад об особенностях экологических мероприятий в рамках реализации проекта федерального значения «Восточной газовой программы». Расскажу сегодня о стройке века, о магистральном газопроводе «Сила Сибири». Все слышали об этом. Расскажу, так скажем, с нашей экологической стороны. Производственный экологический мониторинг ведется с первых дней строительства на всех объектах компании. Пристальное внимание уделяется этому вопросу в реализации восточной газовой программы. При строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири» соблюдаются все нормы природоохранного законодательства. Его маршрут проложен преимущественно по участкам редколесья и территориям с деревьями, погибшими от пожара. Некоторые из студентов оказались знакомы с внутренней стороной экологического мониторинга на объектах «Газпрома». Мы выезжали на сам объект, смотрели, где, собственно, размещаются отходы, смотрели, правильно ли они размещаются. То есть, если это лампы, отработавшие, люминесцентные, там специально контейнеры. То есть они должны быть закрыты, герметичны. И это только малая часть экологических мероприятий, которые реализуются в компании. С момента проектирования магистрали газопровода в дело вступает производственный экологический контроль. Экологи ежеквартально отбирают пробы грунта и воды, ведут космомониторинг. Мы смотрим за состоянием компонентов окружающей среды и тут возможно, оцениваем тот возможный вклад от нашей хозяйственной деятельности для того, чтобы для принятия решения. Да, на сегодняшний день пока у нас никаких предприятий. Превышений, да, установленных норматив в качестве окружающей среды в регионах нашего присутствия не допущено. Пуск магистрального газопровода «Сила Сибири» запланирован на декабрь 2019 года. «Сила Сибири» – один из ключевых объектов восточной газовой программы, нацеленной на газификацию регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также создание нового канала экспорта российского газа на рынке Китая и других стран АТР. Дарья Сосновская, Андрей Никифоров, «Вести Томск».